Всем привет! Я решила взять займ 1000 рублей, 1000 долларов у платформы Antares. Antares выдает займы до 4000 долларов без документального подтверждения личности, проверки кредитной истории и прочей бумажной волокиты. Для идентификации личности достаточно лишь активного профиля в социальных сетях. Я успешно прошла модерацию по своему профилю в социальной сети. И мне был одобрен займ на сумму до 1000 долларов. Я была успешно поставлена в очередь для получения займа. И в ближайшее время мне переведут деньги. Гасить займ за меня будет платформа Antares, которая и выдала мне займ. Помимо этого, с выданного мне займа в 1000 долларов на протяжении 12 месяцев буду получать по каждый месяц. Так не бывает, скажете вы. Предлагаю проверить это на практике, на моем личном примере. Я буду публично отчитываться в своем профиле обо всех операциях, связанных с займом в Antares. Мой следующий пост будет после предоставления мне займа. Всем удачи, следите за моим профилем. До новых встреч!